Президентская кампания завершилась справедливым выбором в пользу сильного лидера с ясным видением будущего страны. Казахстанцы четко обозначили свои приоритеты и свою готовность в ближайшие 7 лет быть с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Такого мнения придерживаются жамбылцы. Убедительная победа Касым-Жомарта Кемеловича Токаева на нынешних выборах еще раз продемонстрировала то, что казахстанская общественность, она не ошиблась в своем выборе. Казахстанский народ избрал действительно настоящего лидера, который на сегодняшний день в Казахстане проводит реформы. Мы уже знаем, что политическая реформа, она сейчас продолжается. Страна приступила к новым экономическим реформам. А выборы показали, что мандат доверия народа получен. И теперь в ближайшие 7 лет мы, эти реформы, они будут продолжаться. И я думаю, что Казахстан будет действительно процветающим и справедливым государством. Казахстан, халқышын, Казахстан, отан тарихындағы үлкен. Для нашей страны в истории нашего Казахстана прошло исторически значимое событие. Были проведены президентские выборы на пути к становлению справедливого нового Казахстана. Народ, в свою очередь, с демократической точки зрения смог сделать свой выбор. Особенно благодарю жителей Жамбылской области. Около 80% жителей участвовали на выборах. Они доверились нашему президенту. В целом, Касым-Жомарт Кемелевич во время своего правления показал себя как мудрого правителя.